Папа Римский Франциск, обращаясь к верующим в ходе традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане, призвал к сохранению единства веры, а также христианских, духовных и культурных традиций в Европе, передает Благовесть Инфо. Перед этим, 14 февраля, когда Римско-католическая церковь отмечает День литургической памяти святых покровителей Европы Кирилла и Мефодия, понтифик совершил утреннюю мессу в часовне Дома Святой Марфы в Ватикане. 14 февраля мы вспоминали святых покровителей Европы, монаха Кирилла и епископа Мефодия. Эти два брата из Салоников принесли Евангелие славянским народам. Они сегодня напоминают Европе и всем нам о необходимости сохранять единство веры, традицию, христианскую культуру, подчеркнул Франциск.